Когда идет пост, очень важно, чтобы люди со стороны не видели, что вы поститесь. Вы не должны быть печальным, унылым, злым, каким-то удрученным. И не надо объяснять коллегам на работе, в столовых, кафе, в ресторанах, что вы знаете, я пощусь, поэтому давайте вот это не докладывайте, вот это не... Понимаете, спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. И вот этот рецепт вам очень здорово пригодится. Вы приготовите его утром, как только встанете, и не затратите на него никаких усилий. Вам для этого потребуется 100-150 граммов гречки, одно большое красивое яблоко, немного воды и, конечно, печка, в которой вы запечете яблоко. Смотрите, как это быстро и просто происходит. Утром, когда встаете, заливаете гречку водой. Сколько бы ни залили, она все впитает. Можно, конечно же, при желании туда бросить еще изюмчика, орешков. А можно и не бросать, потому что все равно будет вкусно. Затем берете яблоко, отправьте его в печку просто так, но для того, чтобы появились какие-то варианты приготовления, я вам советую сделать вот что. У меня есть специальная штучка, которой я могу вырезать сердцевину. Она очень помогает. Потом у этой сердцевины я отрезаю попку, возвращаю обратно, чтобы не выходили соки. Туда мы кладем орешки, немножко изюмчика, ставим в печку на 30 минут на 180 градусов. И занимаемся своими утренними делами. Ну что, друзья, наша гречка уже готова. Посмотрите, вода, которую мы налили, ее почти не видно, совсем не видно, гречка уже разбухла, и это еще не предел, потому что гречка еще будет пропитываться той водой, которая там находится внутри, и будет еще увеличиваться, в том числе от яблочных соков. А яблоко тоже запеклось, мы его должны достать из нашей духовки. Вот оно так развалилось, а нам все равно, нам это не страшно. Больше мы наше яблоко не щадим. Мы безжалостно с него обрываем шкурку. Наша задача ее оборвать быстро, и нам все равно, что будет с этим яблоком, потому что яблоко нам не нужно целым. Оно может быть каким угодно, потому что свои функции оно все обязательно выполнит. Горячее, но ничего, вы справитесь. Это очень быстро, несколько секунд, вот уже яблоко чистое. И теперь мы это яблоко перекладываем в нашу гречку. Смотрите, что получается. Яблоко будет лежать сверху и отдавать, и продолжать отдавать свои соки в гречку. Если немножко мало воды, если гречка чуть-чуть суховата, до тех пор, пока у вас наступит обеденный перерыв, все вместе пропитается и будет самым обалденным. Ваши коллеги еще будут вам завидовать, что вы едите какое-то необыкновенное блюдо, а вы к тому же сэкономите достаточные деньги, потому что ведь что стоит гречка и одно яблоко? Фактически ничего. Зато вы будете сытым очень долго. И ангела вам за трапезой!